Меня зовут Октав. Я рекламщик. Это Росс. Росрис и Уитчкрафт. Крупнейшее рекламное агентство в мире. О, гадость. Приведи. Это мой Шарли. Да, мой. Второй член из нашего двучлена. А, это Джефф. Вы не отдаете себе отчет, но это нормально. Вы ведь художники. У нас в Росс и Уитчкрафт клиент-король. И клиент вы. Дьявол, я тебе в рожу плюну. Потом разберусь и перезвоню. И вашу концепцию воплотим в жизнь. Все, гейм овер. Если до 2 часов не будет новых разработок, мы покойники. Я должен сбыть 12 тысяч тонн йогурта в этом году. Молодость давать. Сексуальность давать. Глаза закрывай, когда будешь глотать. Мы должны почувствовать это наслаждение в твоем горле. И мечту. Вкусная шоколадка. Софи работает в Росс уже 3 года. Это Марк ее нанял. У него всегда был хороший вкус. Нет, нет, не уговаривай. Заниматься в лифте любовью со стажуркой. Нам предлагают посты креативных директоров. Нет, нет, нет. Объясни. У меня есть покруче дело. And now, fuck Starlight. Я всегда был не от мира сего. Я был создан для этой работы. Думаете, я делаю мир прекрасней? Как же. Я его погасил. Человек – продукт. Как и прочие с ограниченным сроком годности. Все временно. Любовь, искусство, планета Земля. Вы, я. Особенно я.